Всем привет, меня зовут Денис, вы смотрите программу «IT не обойти» в этом выпуске. Невозможное возможно. Гаджеты, которые позволяют слепым видеть. Телевидение 21 века. Каналов больше, кнопок на пульте меньше. Ищет легкие пути. На прилавках появился планшет для водителей. Мы создаем новые технологии, чтобы они помогали нам в повседневной жизни. Но некоторым людям помощь нужна больше, чем остальным. 30 лет назад в арсенале слепых и слабовидящих людей были лишь трости, собаки-поводыри и простейшие электронные приборы с голосовой функцией, часы или стационарные телефоны. Но сегодня мы живем в цифровом мире, где активно развиваются технологии, позволяющие слепым видеть. Как гаджеты помогают контактировать с окружающей средой? Смотрите в следующем сюжете. Помертвело чисто поле. Нет уже дней тех светлых боли. Даша обожает читать книжки. Шрифт Брайля ей уже не кажется сложным, но сегодня в Чебоксарской коррекционной школе появились новые издания. Теперь в руках у учеников волшебные карандаши. Писать и рисовать ими не удастся, но зато они могут рассказать все, что написано в книге. Нужно только поднести его к рисунку. Книжки тоже необычные. В странице встроены специальные чипы. Сенсор карандаша взаимодействует с ним и воспроизводит определенную фразу или мелодию. На самом карандаше можно регулировать громкость, присоединять к нему наушники. Кроме того, все рисунки рельефные. Можно пощупать иголки ежа, перья облаков, хвостик мышонка. Аккуратно держи, бац, вот глазки, видишь, глазки, а тут... Ушко, да? Сначала проходит адаптация, естественно, они не всегда сразу могут привыкнуть, то есть надо обучить их этому, и наши учителя справляются с этим, и они, дети приспосабливаются к лучшим условиям для них, и я думаю, они рады таким новинкам. Подобные гаджеты помогают детишкам легче воспринимать окружающий мир, поэтому в школе-интернате стараются чаще их приобретать. Цены кусаются, но на помощь приходят благотворительные организации. Ученики сегодня могут свободно пользоваться брайлевским принтером, специальным калькулятором, говорящими книгами, смотреть фильмы с тифлокомментариями. На черном фоне появляются красные буквы названия фильма «Ход конем» с подковкой на месте буквы «О». Без технических средств не обходится и библиотека имени Толстого. Добро пожаловать. Когда здесь появляется новое оборудование, первым его изучает библиотекарь Николай Парахин. Он уже не видит много лет, но это не мешает ему разбираться в инструкциях не хуже любого айтишника. Как правило, прежде чем браться за новую технику, я читаю инструкции по ее пользованию, читаю мнения людей на форумах, читаю рассылки на эту тему. И уже потом это несложно освоить, когда уже знаешь, с чем столкнешься. Поскольку до тебя уже кто-то прошел, кто-то освоил. По Брайлю можно читать и на чувашском. В библиотеке буквам чувашского алфавита придумали свои шеститочечные обозначения. Есть и брайлевский дисплей. Он позволяет не только прослушивать, но и пальцами читать, что происходит на экране. А принтер Пиаф делает рельефные рисунки. Ежедневно незрячие обращаются к Николаю за помощью в освоении новых гаджетов и компьютерных программ. Александр Чернов приходит к нему учиться ловко обращаться с курсором. Для этого потребуется программа экранного доступа, которая позволяет пользоваться выводимой на экран компьютера информации тактильным или речевым способом и обычный текстовый документ. Я вообще текст распечатывать научился. Сейчас я хочу сам быстро научиться исправлять ошибки. Дмитрий научился ловко управлять сенсорным дисплеем смартфона. Сегодня у каждого телефона есть меню «Специальные возможности». Там можно подключить функции для незрячих. Экран выключен. Экран выключен. Раз. 14 включаем. 14 часов 33 минуты. Разблокируем экран. Устройство разблокировано. Раз. Главный экран. По элементам рабочего стола переходим просто вот так смахиванием. Кнопка. Раз. Голосовой поиск. Голосовой поиск. Кнопка 54. Без ярлыка. Вот. Кнопка поиск. Кнопка добавить. Диктофон. Диктофон. Погода. Погода. Можем узнать запросто погоду. Раз. Погода. Поначалу как-то было тяжеловато. Даже привыкать приходилось.
вот обращался сюда в библиотеку к Николаю Павловичу. Сегодня для посетителей библиотеки доступна самая новая специализированная техника. Говорящий сканер делает фотографию страницы книги, распознает на ней текст и сам его произносит. Слабовидящие могут воспользоваться, так скажем, электронной лупой. Камера с матрицей высокой четкости и экран высокого разрешения позволяют увеличивать картинку в 16 раз без потери качества. Роликом можно отрегулировать цветопередачу, кому как легче. При разных заболеваниях и глаза воспринимают цвета по-разному. А в отделе говорящей книги на полках вовсе не бумажные издания, а флеш-карты. На каждой по несколько произведений. Тифломагнитофон, которым раньше наши читатели читали книги на кассетах. Вот это было раньше, да? Сейчас уже как бы техника идет вперед. Наши читатели слушают уже на флеш-плеерах. Флеш-плеер у нас разные модификации. Многие предпочитают иметь собственные гаджеты для чтения говорящих книг. Устройство PlexTalk хранит в себе тысячи произведений, подсоединяется к Wi-Fi для их скачивания и воспроизводит самые разные форматы. Поиск. Если знаешь, какого автора или какую-то книгу хочешь найти, значит, заходим сюда. Если не знаем, идем дальше. Новые поступления, которые вот сегодня, вчера положили. Можно зайти посмотреть, какие есть новые поступления. Тут книги по жанру идут. Вот, например, давайте зайдем книги по жанру. Выбирай любую и слушай. Порой воображение рисует картины ярче, чем мы видим в повседневной жизни. В начале была цифра, говорил философ Мишель Фуко о создании искусственного интеллекта. Или, проще говоря, компьютера. Нули и единицы, подобно матрице, пронизывают огромное пространство вокруг нас. Даже телевидение становится цифровым. Раньше в России телевизоры принимали только аналоговый сигнал. Но правительство приняло новую программу. До 2018 года вся страна перейдет на цифровое телевидение. Что оно из себя представляет и какие дает преимущества, узнаем дальше. Телевидение – это плод технологического прогресса 20 века, который изменил уклад жизни миллионов людей. Появившись в России более 80 лет назад, оно стало важнейшей частью информационного пространства страны. Первые телевизионные трансляции в СССР длились не более часа и происходили не чаще 12 раз в месяц. Сегодня это десятки круглосуточных каналов и сотни телепрограмм. И все они попадают к зрителю через радиотелевизионный передающий центр, который, в свою очередь, получает эфирный сигнал из федерального центра и местных теле- и радиокомпаний. А телебашня высотой 196 метров передает его по всей Чувашии. С помощью такого отражателя сигнал отправляется на телевышку в Цивильске. Ее высота уже 350 метров, и она охватывает весь север республики. Южные части покрывает мачта, которая находится в Ибресях. Радиотелевизионный передающий центр Чувашии, или попросту РТПЦ, обеспечивает аналоговое эфирное вещание 12 программ телевидения и 14 программ радио. Аналоговое телевидение – это система, которая передает изображение и звук посредством аналогового электрического сигнала. Выглядит это примерно так. Это одна строка. Это испытательная строка, по ней мы настраиваем передатчики. А вот это вот само изображение, это вот один кадр. Полукадр считается. Один полукадр. Вот здесь вот уровень черного, здесь уровень белого. По этому монохромному графику можно видеть, как сменяются кадры. Оборудование старое. Как шутят работники, в этой комнате царит 20 век, но обновлять его не собираются. Через несколько лет аналоговое вещание будет полностью вытеснено цифровым. По этой технологии изображение и звук передаются при помощи цифрового кодирования. Сжатие данных дает возможность для передачи большего количества ТВ-каналов в лучшем качестве с дополнительной информацией. Если при аналоговом телевидении возможны какие-то помехи, снег идет, муар, двоение изображения, в цифровом телевидении этого нету. Там картинка либо есть, либо ее нет, либо бывает стоп-кадр, зависания какие-то. Ну, зависания чаще всего происходят при погодных условиях неблагоприятных и при каких-то, может быть, технических неисправностях. Вот, это первое отличие, то, что человек может заметить. Второе отличие в том, что если раньше, нажимая на одну кнопку пульта, мы могли смотреть только один канал, то теперь их несколько. Это называется мультиплекс. Пока их два, в каждом по 10 каналов. И все они бесплатны для зрителей. Цифровой сигнал уже доступен 76% населения Чувашии. Но чтобы смотреть любимые передачи, в цифровом качестве необходимо, чтобы принимающая техника была соответствующая. Сейчас есть уже в продаже телевизор, который подразумевает, принимает полностью и кабельный диапазон, и спутниковый диапазон и цифровой диапазон в формате DVB-T2, вот то, что мы вещаем. Если у кого-то старые телевизоры не поддерживают эфирное цифровое телевидение, необходимо приобретать приставку. Приставки сейчас, в принципе, не очень дорогие, но
Антенна дециметровая, обычная, желательно с усилителем. На первых этажах зданиях при, скажем, такой сложной городской застройке бывает, что плохое качество приема. Лучше использовать антенну с усилителем. Стандарт DVB-T2 – это второе поколение европейского стандарта эфирного цифрового вещания. Его основные преимущества – это увеличение количества каналов транслируемого пакета, возможность организации местного вещания, возможность развития телевидения высокой четкости. Территория нашей республики очень холмистая, поэтому для стабильной передачи сигнала будет построено 42 телевизионных передатчика, и телевидение будет доступно даже в самых отдаленных уголках. Сейчас в режиме настройки и тестирования работают 11. В настоящий момент, пока сеть цифрового телевидения в республике в эксплуатацию не введена, все передатчики, которые сейчас вещают и работают только для настройки сети, для ее тестирования, для проведения измерений, при таком вещании мы не можем гарантировать качественный прием постоянный, потому что проводятся регламентные работы, что-то настраивается, сеть тестируется, измерения проводятся, выключается, включается. Бывают перерывы вещания, ухудшение качества приема. Просьба убедительная к зрителям отнестись с пониманием, учесть это при просмотре телевизионных программ. И о вводе в эксплуатацию сети мы сообщим дополнительно через СМИ. Чтобы наслаждаться качеством вещания, придется немного потерпеть. Наверняка через лет 5 мы вовсе забудем, что картинка может стробить, уровень звука скакать, а чтобы антенна заработала, нужно как следует ударить по корпусу телевизора. В своих программах мы стараемся рассказывать о различных праздниках, связанных с технологиями. День рождения смайлика, Всемирный день информации о развитии, День IT-специалиста. По-моему, это становится неплохой традицией. Еще одна дата, о которой я хочу вам напомнить, неразрывно связана с нашей программой. В 2005 году по инициативе Ассоциации профессионалов юзабилити, есть и такая, был учрежден Всемирный день юзабилити. 12 ноября его отмечали все, кто делают окружающую среду практичной, удобной и простой в использовании. «Сделай проще!» – скандируют специалисты юзабилити и приступают к работе. А мы рассказываем вам о их достижениях в нашей постоянной одноименной рубрике. Мы не найдем нужный нам адрес, если не свершится чудо. Никто здесь не знает, где в Чебоксарах находится улица Карла Липкнехта. Я же сказал, найду, значит найду. Мы уже полчаса кругами ездим и не можем найти. Даже телефон садится, карту не посмотришь. Бензин закончился. Кажется, я знаю, что делать. Поехали. Гаджет, который сэкономит вам время, деньги и сделает поездку в автомобиле самой комфортной. Планшет для водителя от компании «Мегафон». Это надежный российский планшет марки «Austar» с модель T72HM 3G с 7-дюймовым экраном. Он уже зарекомендовал себя как устройство, бесперебойно работающее в условиях постоянной вибрации и резкого перепада температур. В общем, ни российские дороги, ни суровые зимы ему не страшны. Операционная система Android 5.1 корректно работает с любым приложениями. 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигов встроенной, поддерживает microSD до 32 гигабайт. Две камеры, основная и фронтальная. Слоты для двух сим-карт. Планшет оснащен датчиком акселерометра и GPS, что позволяет максимально точно определить положение устройства. Предустановлены все необходимые для автомобилиста программы. Яндекс.Навигатор помогает найти оптимальный путь, а Яндекс.Карты показывают детальные схемы большинства городов и стран мира. Ну и самое главное, в комплекте вместе с планшетом автомобильная зарядка и держатель. Включил и сразу начал пользоваться. Проще не бывает. А стоимость этого комплекта всего 2490 рублей. При условии, что вы подключите опцию интернет-S на 3 месяца. А это 5 гигабайт интернета всего за 239 рублей в месяц. Приемлемая цена, которая избавит вас от неожиданностей на дороге. Кстати, интернетом стало удобнее пользоваться всем абонентам Мегафона, которые выбрали тариф из линейки «Все включено». Она полностью обновилась и стала выгоднее. Линейка «Мегафон. Все включено» является самым популярным в «Мегафоне». Порядка четверти клиентов пользуются этими тарифами. Это наиболее удобное предложение для владельцев смартфонов, поскольку оно позволяет за умеренную ежемесячную плату пользоваться пакетом минут, смс и интернет-трафика. Клиент может подобрать подходящий объем пакета из 5 вариантов.
исходя из собственных потребностей и тем самым пользуясь всеми услугами связи, не переплачивая. Одним из самых важных изменений стало увеличение интернет-трафика. Например, на самом популярном тарифе линейки «Мегафон. Все включено М» объем доступного интернет-трафика вырос с 3 гигабайт до 5, которые теперь можно расходовать и в поездках по России. В пакете предоставляются 300 минут для общения с абонентами других операторов и 300 СМС. При этом абонентская плата снизилась, а стоимость внутрисетевых звонков и вовсе обнулилась. На тарифе «Все включено М» звонки абонентам «Мегафона» по всей России стали безлимитны. Планшет для водителя и новый тарифный план, возможно, стали лучшим приобретением нашей пары. Они избавили молодых людей не только от ненужных затрат времени и денег, но и от споров и ссор. Говорят, люди не ищут легких путей. Правильно, предоставим это дело технике. Бытует мнение, что лень – двигатель прогресса. Люди придумали мультиварку, чтобы не готовить, пылесос, чтобы не мыть полы, стиральную машину, чтобы не заниматься стиркой самим. Но чтобы бездушные машины выполняли за нас многие работы, все же нужно приложить немало сил и знаний. И занятие это точно не для ленивых. Это была программа «IT не обойти». Пока!